А мы опять в баре 55, где много видов разного вкусного пива. Пивная карта вот такая. Пиво здесь самое вкусное. Хотя меню на иврите, но сейчас так удобно, все можно перевести с помощью переводчика и выбрать любое понравившееся блюдо. Для меня это очень важно. Но я научилась пользоваться переводчиком. Сейчас есть акция на пиво 1+1. И мы выбрали пиво, мое любимое так пиво, Фарбар. Оно крепкое. И еще мы взяли вот такое пиво. Оно с апельсином как-то вот так. И очень такое приятненькое. Вот это наши любимые виды пива. Хотя здесь их 55. Мы уже сделали заказ. Нам накрывают стол и принесли разные специи. Сейчас нам принесут пиво и орешки к пиву. Здесь даже есть карта коктейлей для детей. Такой большой выбор. А мы выбрали банана мама. Такие огромные бокалы с пивом нам принесли. Луковые кольца мы любим. А посмотрите, какой огромный гамбургер с говядиной. У дочки веганский гамбургер. А у меня теплый салат. У всех разные блюда. Блюда, конечно, огромные. Здесь в Израиле вообще большие порции. Наслаждаемся сегодня вечером пивом. Балуемся пивком.